В одном королевстве жил-был король. И была у него единственная дочь, принцесса Агнес, которую он очень любил. А кто это? Это самая страшная колдунья в королевстве. Она живет в своем замке, окруженном темным лесом и высокой горой. А кошка зачем? Это не кошка. Это заколдованная принцесса из другого королевства. Злая колдунья похищает принцесс и превращает их в кошек. Поэтому король издал приказ, запрещающий всем кошкам гулять в королевстве. Оля! Оля! Ключи! Сейчас спущу! Это кто? Это чудовище. Оно очень доброе и одинокое. Оно живет в темном лесу, а чтобы ему не было грустно, оно играет на своей волшебной скрипке. Ваня, я же просила тебя повторять урок. Завтра экзамен, а ты играешь так, как будто первый раз взял скрипку в руки. Мам, можно я выйду погулять? Я уже все выучил. Нет, ты выучил ноты, а музыки нет. Мне будет стыдно, что ты за весь год ничему не научился. Мам, ну пожалуйста, я... Нет, и не пытайся меня разжалобить. Что там? Сыграешь завтра хорошо. Сходим в кино. Окно не открывать. Там нет ничего интересного. Ваня, я ничего не слышу. Thank you.
Однажды принцесса гуляла по саду и увидела котенка. «Ой, какой милый!» – сказала принцесса. Погладила котенка и превратилась в кошку. 3 дня и 3 ночи все королевство искало принцессу, но ее и след простыл. Мальчик-садовник рассказал королю, что видел, как принцесса превратилась в кошку. Тогда король поехал в темный лес на поиски своей дочери. А в темном лесу он встретил чудовище, но не страшное, а доброе. Чудовище увидело печального короля и сказало: «Моя волшебная скрипка поможет расколдовать принцессу». Вместе они отправились в замок к королеве черных кошек. Они подъехали к воротам, и чудовище достало скрипку. И тут же королева черных кошек обернулась драконом. Дракон вылетел из замка, и из пасти у него извергалось пламя. Чудовище испугалось, бросило скрипку и убежало. Храбрый король поднял скрипку и заиграл. Дракон услышал музыку и хлоп превратился в мышку. Мышку тут же сцапала кошка, и замок рухнул. Из руин замка появилась принцесса. С тех пор все кошки стали жить в королевстве. Только однажды в королевстве случился потоп. Это на высокой горе плакало одинокое чудовище. Король подплыл на корабле к чудовищу и вернул волшебную скрипку. Чудовище тут же перестало плакать и заиграло на волшебной скрипке. И вся вода начала уходить. С тех пор жители королевства знали, что если идет дождь, значит нужно найти волшебную скрипку, которую потеряло или забыло доброе чудовище. Ванечка, почему ты так раньше не играл? Это волшебная скрипка. Почему волшебная? Благодаря ей король расколдовал свою дочь. Пускай эта волшебная скрипка поможет тебе завтра сдать экзамен. Мам, можно я теперь выйду на улицу? Ну вот дождь закончится, и ты выйдешь.